Вот я читаю там Леонида Волкова. Он предатель, подонок, выполняющий задания иностранных спецслужб. Я не понимаю, почему по нему не работает. Я не понимаю, почему не работают по Низовцеву, Албору, Соболь. Я не понимаю, где наш СМЕРШ. А это враги, это агенты иностранных спецслужб. Я не понимаю, почему до сих пор Навальный не получил срок за измену родине. А он ведь возглавляет здесь шпионскую сеть.